Здравствуйте, друзья! Вы на канале MBS Electronics, и с вами я, Олег. Сегодня мы с вами напечатаем на 3D принтере два вот таких забавных спиннера, а заодно протестируем ASA пластик от компании Best Filament. Материал ASA — это атмосферостойкий аналог пластика ABS. Он не теряет своих свойств и не желтеет на открытом воздухе. Для того, чтобы сделать спиннер, нам в первую очередь понадобится хороший подшипник. Лучше всего для этой цели керамические подшипники, но они довольно дороги. Я остановил свой выбор на обычных металлических подшипниках формата R188. Десяток металлических подшипников я заказал на AliExpress по низкой цене, ссылочку вы найдете в описании. Для печати маленького спиннера я взял вот такую 3D-модель. Модель состоит из трех деталей. Вот этот корпус спиннера. По центру у нее закрепляется подшипник R188, а в шестигранные пазы помещаем три гайки на М4 для противовеса. И еще две детали, из которых состоит колпачок подшипника. Он же является осью подшипника. Наверняка это один из самых маленьких спиннеров. Для большого круглого спиннера я взял вот такую 3D-модель. Поскольку в качестве противовесов в этой модели используются большие круглые подшипники, которых у меня нет, пришлось эту модель загрузить в SolidWorks и немного подредактировать. В качестве противовесов я использовал гайки на М8, которые я купил в ближайшем хозяйственном магазине. Под эти гайки я сделал три вот таких шестигранных выреза. На самом деле в спиннерах три дополнительных подшипника не несут никакой функциональной нагрузки, они используются как противовесы. Можно вместо них применить гайки, кто-то использует стопки монеток и таким образом сэкономить подшипники. Нужно заменить пластик. Устанавливаю катушку с пластиком ASA. В далеком 87 году был фильм с таким названием ASA. В те времена мы ничего не знали о 3D принтерах, филаментах для 3D печати, а компьютеры того времени были в 1000 раз слабее, чем смартфон, который сегодня у каждого в кармане. Для улучшения адгезии перед началом печати я наношу на столик 3D принтера раствор клея BF2 в изопропиловом спирте. Первым будем печатать самый маленький спиннер. Я отправил на печать все три его детальки одновременно. Для печати пластиком ASA я использую те же настройки, что и для печати пластиком ABS. Температура стола 100 градусов, температура экструдера 245 градусов для первого слоя и 240 градусов для остальных слоев. Высота слоя 0,1. Раньше этим пластиком я не печатал, сегодня первый раз. На самом деле детальки очень мелкие, спиннер маленький. Интересно, как напечатается. Особенно меня интересует диаметр посадочного отверстия под подшипник. А это начал печататься второй спиннер. Деталь большая, и чтобы сократить время печати, я увеличил высоту слоя. Высота слоя у меня сейчас 0,2. Напомню, что на этот старый принтер я недавно поставил сопла диаметром 0,3 мм. Общее время печати этого спиннера почти 4 часа. Центральную часть спиннера, то есть колпачок и ось для подшипника, я решил напечатать вот таким ABS пластиком от того же Best Filament. Здесь у меня пока еще ASA, сейчас я его сниму и поставлю ABS. Спиннер будет белый, а центральная часть, колпачок, будет у него черный. Начнем сборку вот с этого колеса, с большого спиннера. Нижняя часть колеса пропечаталась не очень качественно, может быть потому, что я не включил поддержку. Но вот здесь по центру, где нависающая часть, этого и следовало ожидать. Вообще, на первый взгляд, деталь, напечатанная этим пластиком, выглядит как будто сделанная из гипса. С верхней стороны все хорошо, все красиво, а снизу похуже.
Предполагаю, что китайские подшипники не все одинакового качества. Давайте из десятка выберем два получше. Для этого я придумал вот такой способ. Нужно одеть подшипник на какую-то ось. Я использовал обычную веточку от дерева. И крутануть его пальцем. Чем дольше подшипник будет вращаться, тем он лучше. Если смотреть на подшипник, то совершенно непонятно, крутится он или нет. Поэтому лучше это делать на слух. Раскручиваем подшипник и подносим его к уху. Первым делом устанавливаем в спиннер подшипник. Диаметр отверстия оказался меньше, чем внешний диаметр подшипника за счет термоусадки пластика. На самом деле это даже хорошо. Мы нагреем подшипник феном и на горячую установим его в отверстие. Это обычный прием при работе с термопластиками. Если у вас нет фена, можно нагреть деталь турбозажигалкой, но с феном контролировать температуру проще. Теперь установим вот эти три гайки на М8 для того, чтобы усилить инерцию. С этими гайками спиннер будет крутиться гораздо дольше. Точно так же, как и подшипник, гайки нужно нагреть и установить в отверстие. Гайки установлены, теперь осталось защелкнуть колпачок по центру, и спиннер будет готов. За счет тяжелых гаек и подшипника спиннер может вращаться достаточно долго. Давайте засечем время. Чтобы не отнимать ваше драгоценное время, я ускорю это видео, потому что до полной остановки прошло больше 3 минут. На самом деле спиннер – это вещь совершенно бесполезная, но прикольная. По какой-то необъяснимой причине эта штука стала необычайно популярна в наше время. Возможно, антистрессовое действие спиннера чем-то схоже с действием традиционных четок. Наш спиннер крутился почти 3,5 минуты. И вот пришла очередь нашего самого маленького в мире спиннера. Передо мной на столе все его детали. Напечатанная 3D-модель, один подшипник и три гайки на М4. Эта модель сделана несколько точнее, не пришлось нагревать подшипник, он вошел с небольшим усилием и защелкнулся внутри корпуса, как будто там и был всегда. Ось с колпачком тоже точно встала на свое место. Осталось установить гайки на М4, хотя и без гаек он прекрасно крутится, но с грузиками он будет крутиться несколько дольше. Гайки тоже не пришлось нагревать, я просто впрессовал их пассатижами, вот так. Как оказалось, друзья, у этого маленького спиннера очень интересный такой прикольный звук, если его раскрутить и поднести к уху. Сейчас я попробую с помощью чувствительного аудиорекордера этот звук продемонстрировать. На этом сегодня все, друзья. Это был канал MBS Electronics и я, Олег. И сегодня мы с вами напечатали на 3D принтере две никчемных, но веселых игрушки из пластика Best Filament ASA и ABS. Пластик ASA мне понравился, он необычный, но думаю, что мне нужно для него подобрать более точно режимы печати. Напомню, друзья, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момента обновления контента. До свидания, до новых встреч, всех благ!